Можно? Даже ну, как тебе... Выпивки-то... Ака! О чем ты говорил с Бирной? О политике. Ее больше ничего не интересует. Она хотела, чтобы я ради памяти Брана запретил своим детям думать о короне и поддержал Сванриге. Полагаю, ты на это не согласился. Мало того, я выгнал ее за дверь. Что-то мне подсказывает, что твое гостеприимство не совсем бескорыстно. Ну да, не совсем. На островах поддержку добывают не только мечом. Если... Спокойно. Обещал мне награду за помощь твоим детям. И сдержу обещание. Прошу. Эта безделушка в моем роду много поколений. И за то, что ты помог сохранить продолжение рода, я отдаю ее тебе. Сражался с Ютой. И она меня одолела. Но ей уступить не стыдно. Жалко только... Чего жалко? Она победила в равной борьбе. Есть о чем вспомнить, это да, но... Если бы выиграл я, то мог бы бросить ей другой вызов. Мне показалось, она какая-то неприступная. Ну, если бы ей наконец встретился такой, с кем бы она не справилась... Она обещала, что тот, кто ее победит, может просить ее руки. Интересный способ найти мужа. Уж не знаю, так ли для нее важна свадьба. Эх, такая девка, одна на тысячу. Я хочу с тобой сразиться. А почему со мной? Я из интереса спрашиваю, ты же здесь чужой. Юта сказала, что не будет мериться со мной силой, пока я тебя не одолею. Юта так сказала? Выходит, если я выиграю, она даст мне еще один шанс. Давай, начнем. Кто выйдет за арену, проиграл. Ясно? Хватит. Довольно. Ты хорошо сражался. Недостаточно. Удачи тебе с Ютой. И чего только люди не выдумывают. А топором умеешь махать, а? Что случилось? Моя невеста и братья. Миккель и Ульф поплыли на Хиндарсфьяль за Агдой. Свадьба всего через несколько дней, а их все нет. Недавно был шторм. И я боюсь, как бы их не выбросило на скалы у Фарер. Там столько народу гибнет. Я бы сам за ними сплавал. Но свадьба же скоро. Приходится за всем следить. Говорят, что сыну Скеллиге не годится просить о помощи. Но у меня нет выхода. Ты поможешь мне. Разыщешь моих близких. Я поищу их.
синяя, распухшая. Но сирена-то, похоже, не смущает. Наверное, они нашли тело сразу после того, как девушка утонула. Светильник Кейры здесь очень кстати. Милостивая Фрейя, прости своим сынам. Мы должны были привести невесту брата на свадьбу, но нас одолел шторм. Все пропало. Пагда мертва. Ее приданное утонуло. Мы опозорили честь рода. Прости нас, о благородная Фрейя. Перестань, Никель. Фрейя не смоет с нас позора. А кровь может. Мы поступим как должно. Там, под деревом, помолимся, а потом покончим с этим. Ты прав. Так будет лучше. Следы. Интересно, куда они ведут? Скелликская честь. Им лучше было умереть, чем жить, понимая, что они подвели брата. Рыба! Ничего лучше хорошей баранины от него. Дурные вести. Агда мертва, твои братья тоже.
Что? Как это? Что ты говоришь? Шторм разбил их корабль, Агда погибла, а твои братья не могли вынести мысли, что подвели тебя. Поэтому выбрали смерть. Возьми, может, это письмо что-то прояснит. Письмо? Это все, что мне от них осталось? Очень жаль, но больше я ничего не нашел. Бессонная ночка, а? Проси прощения, и я не стану тебя убивать. Ты тут разве что время мое убиваешь, Свен. Хватит болтать! Кто для тебя эта чародейка? Йеннифер, да? Привет, Белоголовый. Я победил Гундера. Ха, я думала, ты ему уступишь. Посмотрим, как ты будешь драться со мной. Я готов. Тогда начнем. Пусть Фрейя укажет победителя. Хватит. Хватит. О, боги. Не удивлен, что тебе трудно найти достойного противника. Но в конце концов, такой нашелся. Где ты этому научился? Каэр Морхен. Каэр Морхен. Это ужасно далеко. Готова поспорить, ты и по пути многому научился. Может, ты об этом расскажешь? Это будет долгая история. В таком случае нам понадобится какое-нибудь спокойное место, отменный мед и... Что скажешь? С удовольствием. Увидимся в корчме? Там слишком шумно. Ты можешь прийти ко мне. Я живу в Харвикине. Буду ждать тебя после захода солнца. Тогда до свидания.
Но вчера мы наделали. Видимо. Эй! Воздух на большой земле, ребята. Надо тебе подольше на островах. Хоть сил наберешься. Привет тебе, незнакомец. От соленого воздуха всегда пить хочется, да? Дай взглянуть, что там у тебя. Прощай. Вы лучше себя чувствуете? Привет. Я уже решила, что ты передумал. Я ни за что не упустил бы возможности провести с тобой вечер. Я вот только боюсь, что собеседница из меня никудышная. Мне же не часто приходится беседовать с мужчинами. Почему не часто? Ну, до поединка жаль тратить время на разговоры. А после собеседников не остается. А теперь, когда наконец нашелся кто-то сильнее меня, похоже, что Фрейя посмеялась надо мной. При чем тут Фрейя? Я поклялась богине, что только тот, кто одолеет меня в поединке, сможет возлечь со мной, взять меня в жены и дать мне детей. Что касается второго и третьего, боюсь, я ничем не смогу тебе помочь. Но по поводу первого, мы наверняка что-нибудь придумаем. На это я и рассчитывала. Ты пришел издалека. Ты останешься здесь подольше?
Здравствуй. Ты ведьмак, верно? Это за ним должно быть я. Нужны вам тут новые бойцы? Добро пожаловать, ведьмак. Эйнар ждет соперника. Не хочешь с ним сразиться? Не будем заставлять Эйнара ждать. Пусть бой будет честным и красивым. Никак вы, блядь, не научитесь. Вперед! Прекрасный бой. Поздравляю с победой. Тебя ждут другие бои. Но сперва победи Грима из деревни Хольмштайн на Артскеллиге. И Вальгарда, который живет под Каэртрольде. Медный ты. Тоже вчера был. А топором умеешь махать, а? Необходима забота, так же как продукт необходим балласт. Не жри столько. Дашь мечку держать. Металл товара.
Интересно, откуда я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда переведите... Я таких видал, когда наел. Лешие, великаны. Никогда не забуду, что ты для нас делал. Это что, остров? Видишь, Кири, как ты мало знаешь. Что это значит? Я хочу драться. Скажи, как будешь готов? Я готов драться хоть сейчас. Сперва я хочу поговорить с чужеземцем. Тут такое дело. Эрика, видишь ее? Я должен сегодня победить. Она ж смотрит. Я знаю, что мне тебя не одолеть. Разве что ты сам позволишь мне выиграть. Договоримся, что в первый раз я поддамся, но потом мы устроим еще один бой и победит сильнейший. Хватит болтать! Начали! Ах ты, тюлени выпердыш! Плечом к плечу! Могучий воин должно быть. Победил Вальгард! Спасибо. Ты, должно быть, много упражняешься. Ну да. Мое почтение, ведьмак. А медом тебе жопу уже намазали, герой? Я вот думаю, не попробовать ли... Скажи, когда надумаешь. Можем начинать. В таком случае начали! Сука! Плечом к плечу! Победил чужеземец! Честь и слава! Теперь можешь встретиться с Гримом. Он противник серьезный. Нидарцы гребаные! Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда вы... Ты не из Нидарда, правда? А медом тебе жопу уже намазали, герой? А башку ты ему отрезал? Дашь меч подержать? Да, никто не хочет драться? Я верю! Если бы корабль вас увидел, он бы... Что это за чучело? Куда в гость? Сам Геральт из Ривии пришел вас устыдить! Ты отчаянный странник. В одиночку будешь... Приветствую. Ты знаешь меня? Слышал. Волан мой друг со щенячьих лет. А ты ему жизнь спас? Я слышал, вы тут устраиваете бои. Верно слышал. Можешь поучаствовать, если есть желание. Кто мой соперник? Ха-ха, ты любопытный. Грим Дровосек. Всю зиму мутузит людей по разным корчмам. В этом сезоне он пробовал драться за звание чемпиона. Да жопа треснула. Ничего у него не вышло. Я готов. Сражайтесь без жалости, помните о чести. И береги силы для следующего боя. Куда
Откуда штаны ты так наложился на острова? А? Быстрей! Скитальца. Разумеется, проигравший, если захочет, может потребовать реванша. Друидом прибыл. А топором умеешь махать, а? Сучьи дети, нильгарцы гребаные. Я хочу подраться еще. Скажи. Я Ладно, хорошо. И бери. Едить колотить! Быстрей! Геральт-скиталец победил! Твою мать! Ты славно сражался и заслужил встречу с Олафом на Анскеллиге. Чего тебе? Кто для тебя эта чародейка? Йеннифер, да? Что стало с Торгером? Он выжил? Взяли его в плен. Но не знали черные, с кем имеют дело. Посреди океана освободился он от пут, вырезал пол команды и бросился в море. Бродяга! Снова какой-то хворый к друидам прибыл. Приветствую, незнакомец. Выпей с нами. Покажи мне свои товары. Не желаешь сыграть в Гвинт? Thank you.
Ха-ха-ха!